Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. В прошлом эпизоде мы наловили достаточно такое большое количество покемонов. Штук так не знаю сколько, дофига даже. Где-то штук 5-6. А что это вообще за покемон заспавнился сразу с второй эволюцией? В принципе, пусть будет. Так, как я и говорил, спрашивал, просил, чтобы мне разрешили иногда, в смысле не разрешили, иногда таки использовать гейм-мод, так как я еще раз повторюсь, это можно сказать уже почти конец сезона, так как конец сезона уже должен был быть, потому что я словил 30 обычных покемонов, прокачал их к последней эволюции и нашел еще одного легендарного покемона. Это я решил продолжить немножко сезон, только для того, чтобы еще там словить там чуть-чуть покемонов, прокачать их и просто пополнить коллекцию. И чтобы не терять время там идти искать те же камушки, чтобы крафтить себе камни, чтобы эволюционировать покемонов, или идти там еще априконы собирать, чтобы найти там, в смысле, чтобы скрафтить покеболы, так что, вроде, не знаю, как я смотрел, никто не был против, и это, думаю, еще лучше будет, так как я говорю, я не буду терять там пару серий для того, чтобы, например, там найти 9, так, я лучше поставлю день, я так думаю, уже ночь, чтобы найти там 9 каких-то камушек воды, которые, не камушек воды, а камушек огня, например, который вообще очень сложно найти, так как я говорил, там не знаю сколько нужно шастаться по шахтам вокруг лавы, чтобы найти там 9 штук. Я говорю, я обшарил, может, где-то 2-3 шахты, сколько я помню, играл и нашел где-то 1-2 камушка, может 3 сверху лавы, и это будет очень долго. Так что сейчас я использую гейм-мод, возьму камушки, которые мне нужны. Кстати, я и не знаю, Firestone, ну пусть будет Thunderstone, что можно заменить, пусть будет вот тут, и вроде больше никакие не нужны, хотя потом посмотрим, да. Ой, случайно ударил микрофон. Так, не микрофон, а случайно стукнул. А, еще. Только хотел посмотреть. А, все. Я думаю, в конце все-таки можно будет уже взять себе все камушки доисторических покемонов, как бы закаменелых, и просто взять их себе, или не знаю, короче, потом посмотрим. Ну, а ну, я хочу вызвать Волторба, ну, я не знаю, так, нет, стой. Во. Волторба, я не знаю, как он эволюционирует, но я все-таки полагаю, что с помощью камня. А, нет. Тогда обычной прокачкой. Ага, ну ладно. Тогда нападаем вот на этого покемона. Меняем, может, вот на этого. Ух, ни хрена себе. Ладно, тогда иди Мью. Ух, ни хрена себе он бьет Мью. Еще такого покемона не было, чтобы он с одного удара снес там ему где-то 40 хп. Ух, что-то у меня глючит. Во, нормально. Тогда сейчас словим вот этого еще покемона просто для коллекции. Кстати, да, можно все-таки будет еще взять парочку. Так, нападай. Во. Парочку покеболов. Ну так говорю, просто я сейчас не буду там, не знаю, сколько времени тратить, чтобы скрафтить себе там еще хотя бы 20 покеболов. А так просто-напросто продолжим ловить покемонов и все. Ну? Я думаю, все-таки словится. Да, словился, отлично. Фух, сейчас. Может, еще словим все-таки еще вот этого покемона? Да, Додуо, или как он там называется.
Вот. Ух, не отлично, ни хрена не отлично. Я в воду упал. Убей. Да, все. Да. И уже почти что начал тонуть. А. Так, ну вот там я уже был. Спиров есть. Это тоже есть. Да, в принципе, уже все почти что есть. Ну, все не все, но... Множество. Сейчас мью. Ух, ни хрена себе. Еще один удар. Или сейчас мью убьет. Нет? А, все, отлично. Пусть будет вот это, да. Так, отзываем нашего Мью. Ух, что-то опять перелагало немножко. И идем ловить еще других покемонов. Нидорина. А, да ты издеваешься. Ну, этот покемон у нас есть. Я его недавно превратил с помощью лунного камня, Мунстон, в Нидорин Квин вроде. Как-то вот он так называется. В принципе, я даже не знаю, куда можно идти. А если мы там уже были, значит, там наш дом. Значит, будем идти вот куда-то туда. Да. Или... Да не, в принципе, можно, да. Да, пойти в эту сторону. Будем идти на большую дистанцию. Просто-напросто. А, во-во-во-во-во, я же в начале серии тут покебол заметил, а хотел его взять, а что-то забыл. О, ачивка какая-то появилась. Ну, в принципе, нормально, мы нашли камень листвы, если я не ошибаюсь. Да. Ой. Ну... Отлично. Вот такого у нас еще покемона нету. Ну, в принципе, я не знаю, ловить его, не ловить. Если я помню, он даже не. Ух, ни хрена себе. Он даже не эволюционирует. Вообще у него эволюции нету, как я помню. И он вообще какой-то вот такой обычный покемон. В принципе. О, все. Во, он уже эволюционировал, нормально. Вот, еще этого можно словить. Да, вообще я что-то затупил. Камень... О, какой нафиг камень? Покемон, электрический покемон против каменного. Вообще отлично. Я просто так первого выкину. Вот в чем еще суть. Если вышла новая версия... Пикселмона, только на новую версию Майнкрафта. То бишь, я еще могу попытаться, как я говорил, ну, даже не попытаться, можно не переносить этот весь, как бы, наш мир, а просто-напросто создать новый мир с новой версией Пикселмона, вернуть себе все... О, отлично, словили вот этого покемона. Вернуть себе все вещи, которые у нас вот сейчас на этой сборке, вернуть на другую, ну, которую, если я буду играть на новой версии Пиксельмона, то бишь вернуть себе все вещи, построить себе там дом с креативом, все такое, и просто продолжить играть в Пиксельмон уже как бы с новой ее версией, там, может, там, если я помню, новые покемоны есть, всякие новые, ну, вроде где-то 5 штук только, всякие новые там что там еще новое есть? Так, иди сюда. Да иди сюда! Еще там новые всякие плюшки есть, как бы дополнение для покемонов. Да ты издеваешься. Вот те все вещи, которые, ну, одевать на покемонов. И его слоу бро, или как ты там называешься. Да твою ж мать, иди сюда! Да чё так хреново по тебе-то попадать?
Ух, если бы ты еще не убегал, во, сам себя в ловушку загнал, дебил. Уже надоело, если честно. Просто-напросто, как я говорю, там есть новые еще покемоны, есть новые всякие дополнения для покемонов, вот те шмотки, которые одевать на покемонов. Есть вроде даже какие-то новые формы покемонов, если я нормально таки помню, там вроде Шармелеон или кто-то еще поменялся в форме, круче стал или что-то такое. Ну, в принципе, потом можно будет посмотреть, что с этого можно будет сделать, да. О, я там вроде еще один покебол вижу, или это Волтор? Это Волтор, да. Фух, так. Вот что я еще хочу найти. Хочу найти вот тот камень льда, чтобы эволюционировать Иви. У нас еще один есть. Иви. Хрен я найду вот это. Сколько я искал, не нашел. Так, если мы тут, наш дом там. Ага, тогда потом полетим вот в ту сторону, я так думаю. Такой большой лес... Ух ты, что-то опять залагало. Такой большой лес, как бы... зимний, снегом, а вообще нету... Вот тех камней. Камней. В принципе, поискать можно, не проблема. Хотя как? Я уже столько искал и еще даже не нашел. Дроузи у нас есть. Гасти у нас тоже есть. Вот я там его вижу. В принципе, больше никого не вижу. Нормальных покемонов. Ну. Че вообще? Ну, хотя бы один камушек. Ну, найдись уже. Что-то я вообще их не вижу. Вроде как бы тут уже вообще начинается горная, снежная биома вроде. Или нет, это лес все-таки еще. Да, действительно вообще нету. Я думаю, я еще раз включу день. Чтобы просто-напросто лучше было видно. Нифига нету. Никаких покемонов, никаких камней. Вот уже. А, они еще нет. Ну, сейчас начнется нормальное. Ух, да что ты так глючишь? Может, мир просто еще не прогрузился, не знаю. Ну, в принципе, сейчас опять что-то глючит. Да, 19 FPS. Охеренно. Да, наверное, мир все-таки еще не прогрузился. Нормально. Во, сейчас не глючит, потому что уже тут прогрузилось. А вот тут уже нет. Так, ладно, тогда. Я действительно вот тех вообще камней не вижу, которые нам нужны, чтобы прокачать Иви. Не помню, какая там эволюция его, если прокачивать с помощью камня льда. В принципе, не помню, даже я и не знал, какая там, ну, имя ее, название. Фу, так... Я уже не знаю даже в какую сторону лучше бежать, чтобы попытаться найти. Так как тут я, если честно, даже не вижу вообще никакие признаки тех камней. О, что-то там. Вульпикс, или как он там называется. Вроде да. Ах, ладно. Вот эти лаги бесят. За них вообще как-то нереально. О, ну вроде вот тут уже как раз эти машины, эти лаги, с ума сойти можно. Или нет, я не знаю. Ну сейчас посмотрим. Да, это в поисках камня, можно сказать, весь эпизод. И лаги. Из-за этого мира. В смысле, еще не прогрузился нормально. Ух, сколько гастли. Так. Лес такой огромный, сдуреть можно. А покемонов нету. Уф, покемонов. Камней. Во-в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 о.
такого еще покемона у нас нету. В принципе, тогда сейчас использую гейм-мод, возьму там себе пару покеболов. Ну, в смысле, не пару, а все. Вот, 64 штук, чтобы хватило. И сейчас иди сюда, вот. И ловим покемона. Я все-таки думаю, я попытаюсь найти вот этот камень. Камень льда, чтобы прокачать. Чтобы эволюционировать Иви в покемона льда, но уже без съемки, так как действительно это уже бесит. Сколько я уже его ищу, еще до сих пор не нашел. Ну. Вот, отлично, словили. И эти лаги с непрогрузившимся миром. О, еще один такой покемон. Ух ты, да чё ты так глючишь? Действительно, первый раз такое, наверное. Может, я тут еще даже не был, поэтому такие лаги, как бы мир еще не прогрузился. В принципе, если я там сзади где-то на начале эпизода нашел покебол, с которым могут выпасть разные вещи, то бишь, значит, я тут еще не был, действительно. Поэтому, наверное, регенерация идет и так глючит. Да. Да, я тут еще и не был, наверное, точно. А камень мы еще до сих пор не нашли. А тут уже конец, как бы, острова, или как это можно сказать. Так, я думаю, уже, дорогие друзья, на этом можно закончить, так как действительно всю серию я просто-напросто так, что-то там, всю серию искал камень и не нашел его. Но я попытаюсь к следующей серии все-таки уже найти вот этот камень. И потом найду камень, и в следующей серии тпшнусь домой за Иви. И потом тпшнусь сюда обратно и прокачаю уже Иви, да. Потому что действительно, и еще эти лаги, наверное, нужно будет немножко прогенерировать мир, а то действительно глючит немножко. Так как я тут еще даже, мне кажется, не был, поэтому, наверное, так и глючит. Ну, я думаю, на этом уже можно закончить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.